Заболел ковидом, лечись за свой счет. Кировчане жалуются, им не выдают бесплатные лекарства для лечения ковида, как обещали власти. По подсчетам заболевших, при легкой форме коронавируса и двухнедельном лечении на лекарства уходит не меньше 1000 рублей. По распоряжению властей, все жители страны должны быть бесплатно обеспечены полным списком медикаментов. Работать это должно так. Пациент у терапевта берет рецепт на лекарства и получает их в аптеке. Разумеется, рецепт должен быть на официальном бланке со всеми печатями и подписями. Как рассказывают сами заболевшие, врачи при назначении лечения дают не рецепт, а обычную бумагу с рекомендациями по лечению. Соответственно, и бесплатные лекарства по такой бумаге никто не выдает. То есть это просто список, он без какой-то там печати, а нет, погоди, по-моему, даже печать подписью, но слово «рецепт» они фигурируют. И то есть рецепт должен быть на специальной бумаге, на которой написано слово «рецепт». Есть печать подпись врача, написано учреждение. Так вот у меня просто бумажечка распечатанная, на которой там подпись врача,